Друзья, всем доброго дня. Сегодня я решила отправиться в так называемое место силы. Вот мы уже к нему подъезжаем. Тимиреевское святилище расположено, я так понимаю, где-то в этом лесу. Наследие Древней Ордании, как мне сказал на Фейсбуке друг Яна Стияр. Ян, дружище, приветствую вас. Здесь вот такими лесными тропами. В чем сила? Ну, во-первых, я там себя, например, очень хорошо чувствую. Набираюсь энергии. Положительная энергия, естественно. И даже был случай, однажды я очень сильно подвернула ногу, вообще не могла ходить. Был какой-то праздник, не работали ни больницы, ничего. И я просто попросила мужа отвезти меня вот сюда, на это озеро. Посидела здесь, искупалась, хорошо, благо, что это было лето. И, в общем-то, встала и пошла уже своими ногами. Я люблю эти места, местное население здесь у нас облюбовало для отдыха. Мы сейчас подъедем к небольшому озерцу, я заеду на самый верх. Может быть, если нам удастся, мы прямо увидим на дне камни. Огромные-огромные валуны, которые вот непонятным образом, как они здесь образуются и как они сюда попали. Тоже непонятно. Ну, вот мы уже почти приехали. Здесь недалеко поселок Заречный находится. Сейчас самое главное, что... Ну, я думаю, что сейчас отдыхающих здесь не будет. Нам никто не помешает полюбоваться, зарядиться, насладиться. Собственно, вот здесь прямо само озеро, но я хочу отвезти вас наверх, на край обрыва. Туда можно проехать на машине, ну, на моей-то точно можно, да на любой можно, шучу. Здесь в свое время добывали вот эти вот огромные валуны и отправляли их в Москву большими грузовиками. Оказывается, эти валуны огромные. Это вот какое-то наследие, да? Вот видите, там видно уже, что озеро. Сейчас я подъеду поближе, там обрыв. Вот мы подходим на обрыв. Вот видите, сейчас я попробую увеличить вот эти вот валуны. Их видно. Кто видит, напишите в комментариях. Вот сквозь воду, которые лежат на дне, на глубине. Вот видно прямо, да? Сейчас мы здесь прогуляемся, потом я спущусь вниз и покажу. Оно небольшое, якобы рукотворное, но там и всего скорее, что да, что оно рукотворное. Это озеро, подзаросло оно немножко, было раньше. Здесь довольно чистая вода. И вот раньше было, вот сейчас заросло, там вообще вот в центре... Можно, я доплывала и смотрела, видно огромные валуны, говорят, они вообще якобы из 10-этажный дом. Вот видите, здесь у нас даже лилии растут, это говорит о том, что место реально чистое, что здесь вода, и вода, источники натуральные. Вот видите, лилии белые. Вот. Место живописное. Вот мы с вами так немножечко прогуляемся. И спустимся вниз и продолжим съемку. Сейчас я немножко с другого бока обойду.
И вот, да, вот, кстати, вот по поводу тех больших камней, вот они, один как бы, вот они, комплект, если можно так сказать. Вот они прям их хорошо видно отсюда, они огромные. Мы попозже к ним спустимся поближе, я покажу. Такой вот небольшой обзорчик моего места силы. Я люблю здесь отдыхать. Вот прям в этот год тут безумно много здесь белых лилий. Видите, прям отражается в воде лес. Ну и вот я начала разговор по поводу того, что вот он, этот ансамбль этих камней, его отсюда тоже видно. Что да, вроде как просто кто и когда это делал, создавал это озеро, карьером его не назовешь. Ну, по всей видимости, может быть, добывали вот эти вот валуны огромные и вот изобили ключи, да, родники, и вот получилось такое озеро, может быть. Но вот не знаю, мне кажется, что оно всегда здесь было. По крайней мере, я с детства его помню. Вот уже вот они, эти валуны, сейчас я их сфотографирую. Очень похожи они на то, что показывал Ян у себя на страничке в Фейсбуке. Вот здесь мы с вами полюбовались. Теперь давайте спустимся вниз сейчас. Ну и вот мы спустились. Здесь есть такой спуск. Вот он, этот лес. Здесь все переодеваются. Тут такой небольшой галечный пляжик. С этой стороны, там с нескольких сторон народ купается. Ну, здесь, знаете, конечно, люди вот костры жгут, шашлыки жарят. И вот они, собственно, я вот иду, к этим камням и иду. Вот они ансамблями прямо расположены. Здесь, видите, уже даже оставили мангал. Я, когда закончу съемку, я сделаю фото. Вот они. Эти вот огромные валуны. И вот каким образом они вообще, они покрыты мхом. И вот каким образом они вот как бы здесь образовались. Вот таких больших камней, в принципе, вот они прям ансамблями, видите. Я нигде не видела. Хотя много где побывала. Вот они, лилии. Вот прям вообще огромные. Беленькие. Смотрите. Классно, я прям чувствую их запах. Вот они. Как здесь хорошо. Сейчас я вам покажу то место, откуда я сверху снимала. Вот они прямо в воду уходят, смотрите, эти валуны. Вот они здесь, здесь. Вот прям таким ансамблем идут. Да, возможно, возможно, так и есть. Это часть Имереевского святилища. Тоже здесь как бы находится. Вот там, вот на том берегу я снимала начало. Да? Вот он обрыв, вот на нем я стояла, снимала. И вот ракурс отсюда. Здесь под кустиком стоит. Здесь всегда тихо, всегда спокойно вдали от городских трасс. Это присяду. Птички поют, слышите? Ну, прям невозможно в этот год, сколько лилий здесь много. Вот. Мы каждый год сюда едем купаться. Я их обожаю. Здесь окаживность живет. Кстати, вода теплая, ребят. Такие вот заросли тростника. Сколько раз я видела здесь ужей купающихся.
Ну, вот рядом такие вот валуны огромные. Прям вот у них состав такой, вы понимаете, они, ну, не такие, как на югах, там больше известняка, а здесь все-таки больше этого кварца в состав входит. Вот, видите, такой, близко так покажу. Гранит, кварц. Они даже такие, ну, вообще гранитные, мне кажется. Вот он в воде. И дальше в воде, видите, большой, видно? Вообще огромный просто. Вот смотрите, вот я веткой сейчас покажу, только бы мне телефон не утопить. Вот прям огромный перед нами, вообще просто огромный. На нем можно лечь. Вот мне можно лечь на нем. Вот дальше. Вот все эти валуны. Вот такой тут ансамбль. Вот они прям такие огромные. Чтобы было понятно. Вот все, они же. Они прям, видно, что они такие вросшие в землю. Вот и здесь. Вот он. Тоже огромный, вросший наполовину в землю. И больше их нигде нет. Таких больших. У нас ходят, убираются. Вот это, кстати, похвально. Вот я положила ключи на этот, вот на эту глыбу, чтобы, ну, свои от машины, чтобы было видно все-таки, насколько он велик, насколько он большой. Вот видите, этот камень, это камушек такой, ого-го. Вот они так расположены, интересно, как будто бы они сыпались откуда-то. И мне кажется, они в таких неудобных позах находятся. Ну все, мои друзья, будем прощаться. Всем пока. Я немножко здесь посижу, одна в тишине подзаряжусь.